Сколько тебе лет? 13. Итак, сейчас проведем тест. Это проверка. Какой сегодня день? Сентябрь 2. То есть 24 декабря. Так, а год? 1986. Ага. Он был большим ребенком. Большим ребенком. Он любил скорость. Как только я научилась крепко держаться, он стал возить меня на велосипеде. Это было так весело. Он наслаждался каждой своей минутой. Он прожил 5 жизней. Вооруженный хиппи, баланс противоположностей и за любовь на войну. Он точно не марионетка. Но он точно не из тех, кто слушает и делает то, что ему говорят. Фильмы не передавали всего, не могли передать всего. Пол не остался бы актером на всю жизнь. Он мог просто исчезнуть. Погнали. Пока, Пол. Пока. Он всегда говорил: «Я хотел стать рейнджером, получать 28 тысяч в год и жить в лесу». Вот чем он хотел заниматься. Моя дочка, мой серфинг, вот моя жизнь. Это все, что мне нужно. Я могу точно сказать, он сделал многое, что поменяло жизни многих людей к лучшему. Он был очень щедрым. Если бы вы любили его так, как мы, вы бы сказали, почему он, а не мы?